Сегодня у меня в обзоре магнитофон первого класса Союз 110 90 года выпуска. Подключил, шнура, кстати, не было, подключил, подошел шнур от бритвы. Кнопки не реагируют. Перемотка, ничего. Индикаторы светятся. Симпатичные такие черного цвета. Ручки все на месте. Крышки нету. Так, в общем, состояние общее хорошее. Боковая. Она боковая без царапин. Задняя часть. Есть вот гнездо для подключения дистанционного управления. Вот бирка заводская. Шнур от бритвы. Ну, пожалуй, все.